Заветной мечтой героев следующего сюжета была непротекающая крыша над головой и прочные стены без трещин. Иными словами, жилье в хорошем и, главное, не аварийном доме. Сегодня наша съемочная группа стала свидетелем того, что мечты сбываются. Я вот здоровье немножко подорвала, коленку, когда выбегала ночью. И это, слышать стало плохо, и сердце пошаливает. Вспоминать без слез о пожаре, который произошел в их доме по улице Семашко в Чебоксарах, Нина Васильевна не может. Тогда семья женщины лишилась крова. После пожара дом восстановлению не подлежал. Но, как говорят, нет худа без добра. Нина Васильевна справила новоселье в новом доме. Квартирой довольна, площадь стала даже больше. По соседству здесь живут и те, чьи дома пришли в негодность не от пожара, а от времени. По переселению граждан из аварийных жилых домов по городу Чебоксары у нас есть программа с 13 по 17 год. По этой программе нам необходимо снести 267 домов. В текущем году, 13 по 14 год, мы должны снести 76 домов. Одни из этих квартир вот сдали в этом доме 90 квартир, которые мы расселили. Программа по переселению граждан из ветхого аварийного жилья реализуется не так легко. Есть серьезное отставание. До конца года необходимо построить еще 508 квартир. Контракт на это еще летом заключили со строительной компанией СООР. Срок передачи в муниципальную собственность 15 декабря нынешнего года. Ольга Пырочкина, Елизавета Зайцева, Николай Яковлев. Республика.